нужно ли в Гродно, гродницам, свой собственный художественный музей, только с предметами искусства? Нужен. А вот вы бы ходили в него, интересно? Да. А почему вы считаете, что нет? У нас исторических много, а вот... Вы понимаете, исторических много, а при всем том, вот где отвести душу и посмотреть, вот, на, вот как мы теперь живем, этого у нас очень, наверное, мало. И вы бы посещали такое? Да. А вот вам, кажется, была такая вот идея в Дворце текстильщиков сделать музей? Было бы хорошо, плохо, вот как такое? Ну, вы знаете, там, как я слышала, хотят музей боевой славы, вот что-то, кажется, так. Я не знаю, насколько это верно, но ведь это тоже музей. Мы приехали к вам из Минска, поэтому по-любому, если бы такой был, мы бы в него сходили бы с удовольствием. Поэтому, если вопрос нужен или нет, то я считаю, что нужен. Главное, художественный музей, именно с предметами искусства, картины, скульптуры, вот такой музей был бы интересен? Я думаю, да. А вы бы сходили, посмотрели? Сходила бы. Я думаю, да, нужен. Желательно, чтобы там выставляли какие-нибудь арт-перформансы, какие-то интересные работы, то есть не просто там... цветы в горшках, да, там, а что-то такое, ну, более оригинальное такое, с подходом, то есть, вот, может быть, там, как взять опыт, там, из Санкт-Петербурга, из каких-то других городов, таких вот крупных, то есть, это было бы очень хорошая идея. Да, я бы посещала, мне интересно, я люблю картины, я бы покупала, если бы это было возможно. А вот... И стоило в пределах разумного. Есть такая мысль сделать художественный музей во Дворце текстильщиков. Вот как тебе кажется, это подходящее, неподходящее место? Я думаю, подходящее. Очень симпатичное здание получилось. Ну, изначально она находится в таком комфортном месте для всех и видном. Нужен ли в Гродно художественный музей с предметами искусства? Наверное, мне кажется, уже есть, нет? Отдельно художественного нет, у нас только исторические. Думаю, надо. А вот ты бы посещала, смотрела, вот что тебе там интересно? Ну, один раз ходила бы. Я думаю, да, поскольку Гродно считаю меккой вообще. Ведь недаром еще в начале 90-х, по-моему, про этот город говорили, что он маленький Париж. Поэтому давайте это возрождать. Нам очень интересно мнение гродницах, нужен ли в Гродно художественный музей. Конечно, абсолютно уверена, что нужен. У нас очень много и творческой интеллигенции, и большое историческое наследие, и очень много художников, поэтому, конечно, нужен. Есть такое мнение, его расположить, если делать, то во Дворце текстильщиков. Как вам кажется, подходящее место, неподходящее? Ну, я не большой специалист в этом вопросе, потому что я не архитектор, и я не принадлежу к творческой интеллигенции. Я думаю, что надо посоветоваться с художниками, с галерейщиками, если они посчитают, что помещение подходит для размещения картины и прочее, то, конечно, да. Если нет, потому что это не административный вопрос, это вопрос профессиональный. Я лічу, что мастацкий музей в Гродні повинен быть у палацу текстильщиков. У тим месце, где колись планували его зробить, и тим месце, где улады и жыхары города хотели менавіта там зробить этому музей. И я хочу сказать, что мастацкого музея в городе не хапая. Есть там галерея на улице Ажешки, есть галерея каля КДБ на улице Тельмана. Але б такі мастацькі музеї, які б показував сучасних мастаків городянських, я б задовольненням туди ходив би і водив би туди своїх діток.